белорусская народная песня «Юрочка», обработка Елены Трошкевич, и «Частушки», обработка Коловского, солистки Олеся Бутенко, Екатерина Противянская. Oh.
Нет ничего более прекрасного, открывающего самые высокие возвышенные чувства в человеке, обнажающие самые тонкие струны души, нежели встреча с великим, изысканным, встреча с искусством. Именно на такую встречу мы приглашаем вас сегодня. Добрый вечер, дорогие друзья! Если быть более справедливо говорить, то, конечно же, на эту встречу приглашает всех нас удивительная личность, замечательный человек, обаятельнейшая женщина, известный музыкант и дирижер, учитель с большой буквы, школу которую прошло где-то 1500 учеников. И имя ее Альбина Васильевна Пикутько. И, конечно же, она отмечает сегодня свой 50-летний юбилей творческой деятельности. И отмечает, как и подобает, большим концертом хоровой музыки. Ну что ж, для праздничной встречи есть праздничный повод. На сцене камерный хор Белорусского государственного университета культуры «Добровест». Дмитрий Бортнянский сей день дирижирует заслуженный работник образования Республики Беларусь, лауреат специальной премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение Альбина Пикутько.
Новоселовский, «Свято диво», солистка Екатерина Противянская.